Конек пока временно, он еще будет правиться. Эти коньки тоже будет переделаться немножко. Крышка временная. Здесь будем что-нибудь думать. На данный момент вот здесь будем делать. Сзади трубы будет разуклонка в обе стороны. Здесь будет исправляться все еще узел. Не просто так фон создает, можно сказать. Вот. Еще этот скат. Здесь попробую частичное видео снять. Этапы обхода этой вытяжки. Посмотрим. Если выпуск будет, значит снимал. Если не будет, значит значит не судьба. Вот. Ну все. Всем до скорого.